спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В среду в Самарской области ясно и без осадков. Дневная температура 18-21, тепла ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер переменный, южный, северный, западный, умеренный. Скорость 1-2 метра в секунду, штиль. В Сызрани ясное небо, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 12 и небольшой дождь. Южный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 18, ночью плюс 14 градусов, ветер западный 1 метр в секунду. В Самаре ясно, плюс 18 градусов днем, ночью плюс 12, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 40%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.